Оружейный салют в честь погибших в битве за Сталинград бойцов и командиров. Возложение цветов к вечному огню. Минуту молчания. В Ульяновске на площади 30-летия Победы прошел торжественный митинг «Реквием» ко дню 79-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Почтили память бойцов представители власти, общественники, члены военно-патриотических организаций, а также школьники и студенты. Для чего? Для того, чтобы наши дети, наши внуки, наше будущее поколение не забывало, сколько труда, силы, крови, жизни отдано за свободу и независимость нашей Родины. Сталинградская битва стала самой затянутой за всю Великую Отечественную войну. Во время семимесячной борьбы за город обе стороны потеряли более миллиона человек. Митинг «Реквием» – напоминание ульяновцам, и в том числе подрастающему поколению, о героизме и мужестве советских солдат. Мы пришли почтить память вместе с волонтерскими организациями, чтобы никто не забывал, что была большая война, что погибали многие, и не просто так. А защищали нашу Родину. Это важно для нас, чтобы именно была история та, которую сохранили для нас наши предки, которые погибали. Ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом становится все меньше. Сейчас в Ульяновской области проживает всего 5 участников той страшной битвы. Но память об их подвиге живет в нас и по сей день. Алина Тихонова, Герман Баранов, Улправда ТВ.